Перед стартом нового спортивного сезона публике представили новобранцев хоккейного клуба «Чебоксары». С теми, кто в составе нашей команды попробует взять Кубок Федерации, знакомилась Ольга Пырочкина. Главный герой предстоящего сезона – команда «Чебоксары» в полном составе. Болельщики привыкли видеть игроков хоккейного клуба «Чебоксары» на льду и в полном обмундировании. Однако сегодня спортсменам, с которыми продлили контракты, новобранцам тоже еще только предстоит получить именную экипировку. Громче, этот красавчик, нападающий Руслан Швецов. В прошлом сезоне в составе команды «Челны» он забивал в наши ворота. В этом сыграет за нас. Под номером 35 защищать ворота будет Станислав Жучин. По детской школе дали, и вот он со мной всегда. Ну, конечно, хочется помочь Чебоксарам выиграть, радовать болельщиков, чтобы все больше и больше их приходило на хоккей. Болельщиков пригласили и на презентацию команды, где можно было взять автографы и сфотографироваться с любимыми игроками. Еще во время одной из прошлых игр наша съемочная группа поняла, кому будет очередь. Это нападающий Сергей Иванов. Иванов – это вообще вот всеобщий любимец, я так понимаю, да? За что любит его, скажите? С нашего края. Вы что ли правда хоккей любите? Да. А почему? Ну, потому что это крутой вид спорта. Новобранцам и тем, кто не первый сезон носит красно-бело-синюю форму, любители хоккея желали удачи в сезоне и интересовались планами. У меня вопрос к Антону Горбенко. Антон, вот вы уже несколько сезонов в Чебоксарах. Как вы подошли к началу этого сезона? Прекрасные ощущения перед сезоном. Ждем начала. Думаю, будем радовать вас победами. Помнили хоккеистам ряд провальных предсезонных товарищеских встреч. Хотелось бы борьбы. Победы, ясное дело, не всегда бывает, не всегда получается. Но стремление к победе ждем от вас. В общем, мы за вас и как бы в горе, и в радости. Выступление считаю неудовлетворительным. Хотелось бы, конечно, выступить лучше. Я понимаю, что нельзя ходить по полю пешком. Надо... Результат может быть разный, и победа, и поражение. Но нужно полностью отдаваться игре и биться до конца. Шанс показать настоящую игру у команды будет очень скоро. Уже 13 сентября в Саранске пройдет матч открытия Кубка Федерации высшей хоккейной лиги сезона 2019-2020. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.